Каждый из вас, наверное, пытался поставить какие-то свои рекорды. А сегодня у нас 15 крутых рекордов из книги рекордов Гиннесса. Прыжки, броски, спуски и много интересного. Привет всем и поехали! Самое большое количество пчел на человеке. Ничто не помешает пчеловоду из Китая закурить сигарету. Даже 1 100 000 пчел, покрывающих его тело. 55-летний Гао Бинго установил рекорд в конце мая 2015 года как человек с рекордным количеством пчел на теле. Общая масса насекомых составила 108 килограмм. Он терпел 2000 укусов на своем теле, но при этом ему все же удалось закурить сигарету. Как потом рассказал экстремал, это помогло отогнать пчел от его губ. Прыжок в воду с самой большой высоты – 58,8 метра. Смельчаком, который осмелился прыгнуть с высоты, которая превышает верхний этаж Пизанской башни, оказался швейцарец Лассо Шапле. Для установления рекорда Шапле выбрал живописный водопад. Скорость при касании воды составила 123 км в час. Самый высокий прыжок в воду в пологом пикировании, то есть животом вниз, был совершен профессором всплеском по имени Даррен Тейлор. Даррен прыгнул с высоты 11,5 метров в бассейн глубиной всего 30 сантиметров. Наверное, это очень болезненный рекорд. Мировой рекорд – миля на двух колесах. На очередном фестивале скорости в британском Гудвуде вместо традиционного заезда по парадному мини-треку Джук установил новый мировой рекорд по езде на двух колесах. Точнее, в книгу рекордов Гиннесса он попал с записью «Быстрейшее прохождение мили на двух колесах четырехколесной машиной». Проехав одну милю, это 1,6 километра за 2 минуты 10 секунд. Одноколесный марафон. Дуги Лампкин одолел знаменитую трассу острова Мэн на одном колесе, длиной почти в 60 километров за 1 час 35 минут езды. Все это время умелому байкеру нужно было сохранять равновесие при всех дорожных приколах, вроде перепадов высот или борьбы с ветром. Эти 60 километров знамениты на весь мир как место проведения самой опасной шоссейной мотогонки планеты. Рекорд скорости на велосипеде с горы. Эрик Барон не супергерой Марвел, но его рекорд дает повод задуматься о суперспособностях. 54-летний француз по прозвищу «Красный барон» разогнался на велосипеде до отметки 223 км в час, побив на 1 км в час свое прежнее достижение, державшееся 15 лет. Мировой рекорд на четверть мили среди драгстеров. Мировой рекорд в заезде на четверть мили составил 4,4 секунды, а скорость на выходе в 534 км в час. При этом скорость в 100 км была достигнута всего за 0,8 секунды. Бросок баскетбольного мяча в корзину с небоскребом. Новый мировой рекорд установил видеоблогер из Америки Тайлор Тони, побив предыдущий рекорд броска в корзину с высоты 126 метров, который принадлежал австралийцу Бретту Стэнфорду. Парень забросил мяч с небоскреба высотой 162 метра, установил тем самым новый рекорд. Самый быстрый нокаут в истории ММА. Что вы можете сделать менее чем за 2 секунды? В случае с Майком Гарреттом ответ прост. Он может выиграть за это время поединок в ММА. Майкл отправил в нокаут Сэма Херона спустя всего 1,13 секунды после начала боя. Первый же удар, пропущенный Хероном, оказался последним в этом бою. Самый высокий прыжок на мотоцикле совершил Робби Мэддинсон. 31 декабря 2008 года в Лас-Вегасе он смог запрыгнуть на копию Парижской триумфальной арки. Высота прыжка составила 36,5 метров. Робби является звездой мотокросса и постоянно участвует в соревнованиях различной сложности.
Заброс мяча вслепую. Гаррет Хильберт из канала Dude Perfect забросил мяч в корзину с повязкой на глазах с расстояния в 16,5 метров, побив при этом предыдущий рекорд в 15,5 метров и установив абсолютный новый рекорд по броскам вслепую. Стрельба из лука с помощью ног. Клаудия Гомес выстрелила из лука и попала в мишень с расстояния в 5 метров, используя только свои ноги. Рекорд был зафиксирован как самый дальний выстрел из лука с помощью ног. Рекорд Гиннесса на самое большое домино. 500 тысяч домино костяшек падали одна за одной, образовывая разные крутые фигуры. В конечном итоге все вылилось в картину Сиднейского оперного театра. Рекорд Гиннесса по задержке дыхания. Его установил немецкий фридайвер Том Ситас в соперничестве с бывшим рекордсменом из Бразилии Рикардо Бахи. Оба спортсмена расположились в резервуарах с водой, чтобы попытаться не уступить друг другу в длительности задержки дыхания. В этот раз Ситас сумел продержаться под водой без воздуха 22 минуты и 22 секунды. Самый длинный велосипед в мире. Когда этот монстр выезжает на улицу, полиции требуется перекрывать движение и освобождать проезжую часть от припаркованных там автомобилей. Длина этого велосипеда составляет 35,5 метров. На этом все. Надеюсь, вам было интересно. Спасибо за просмотр и не забудьте подписаться на канал.